Так, вот кто меня смотрит, посмотрите, какая лестница. В тот раз ее здесь не было, лестницы. И вот они сейчас ее такую лестницу бетонную сделали. Я тогда еще не было второго этажа, я когда снимала. Сейчас уже второй этаж. Так, а ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там. Ой. Второй этаж. Интересно, ну тут они все закроют. Здесь такая же лестница. Ой, страшно. О, кабеля висят. Вот, где мой муж работает. Что он здесь строит? Все под контроль. Коридор какой большой. Здесь я душ. Ванная, наверное. Здесь обштейлераум, походу. Зал. А здесь они закроют. Здесь тоже. А, ну это значит... здесь будет другая квартира. Видите? Здесь, значит, другая квартира. Тоже тут уже они начали строить. Вот Зеги стоит. Где они пилят. Багра. Как они багра отсюда уберут с краном? Вот одна комната получается. Там одна комната разделяется. И здесь сверху одна комната. Что-то не могу понять. Там вот лестница. Это значит другая будет квартира сверху. Вот она туда идет вниз. Сюда заходишь. Здесь, наверное, кухня. Здесь я бат. Вот лампы, смотрите, лампы, они тут работают. Потому что день короткий. Вот здесь зал. Здесь я спальня. Тут они еще стены только делают. Видите, как хорошо. И сюда одна спальня. Ага. Значит, это значит другая квартира. Вот здесь, значит, зал будет. Здесь я спальня. Здорово. Ну, я теперь знаю хоть, где мой муж работает. Теперь нам надо потихоньку спуститься. Посмотрите, лестница какая. Обалдеть. Вот так строят дома в Германии. Все под контролем. Посмотрела. И выход. Так, значит, 5 евро закупиться еще на 2 раза. И все равно на какую сумму, да? Так, капуста вот такая вот. Я тебе ее отварю с гречки и все, да? Угу. Перчик, морковочка. Мандаринчики для Аси. Так, сыр, масло, творог. 33% фет. А цена одинаковая. Кефир. Не сломается? Кефир взяла 3 штуки. 25. Января, декабря на годно еще. Масло, горошек. Горошек тоже дорогой. И супчик себе сделаю, буду разводить. А то скоро Новый год, горошка потом не будет.
Да? Курочка. Сейчас духовку закину с картошкой. Так, сливки, оливки. Машина грязная моя. Да. Яйца, конфетки. Опять забыла, буттермильк как переводится? Не знаю, моя. Сейчас не знаю, не могу вспомнить. Не знал, дальше забыл. Ну, водичка, сметанка, сыр. Супчик, туалетную бумагу взяли. Хлеб взяла себе. Все. Водичка. Полоскать. И целая куча дров. Досок.